Растения, цветы, саженцы, удобрения, ландшафтный дизайн представлены в столице на республиканской ярмарке цветоводов. В ее рамках также предусмотрено проведение различных мероприятий, а для любителей попробовать что-то новое организованы мастер-классы, благодаря которым каждый желающий смог примерить на себя профессию флориста. Цветы – это стихии природы. Они своей красотой, дивным ароматом, ярким праздничным видом украшают нашу повседневную жизнь, делая ее яркой, колоритной. Возможность увидеть необычный контраст разных их видов, а также декоративных деревьев и других растений могут посетители республиканской ярмарки цветоводства. Все 12 регионов, 12 областей республики Каракалпакстан, все они сегодня здесь представлены. Да, ассортимент здесь цветов от комнатных растений до декоративных деревьев. Все направления здесь присутствуют. И это огромная возможность для нашего населения ознакомиться не только с цветами, еще и получить какие-то знания по выращиванию комнатных цветов, огородных цветов, клумбарийных. Здесь есть профессора из разных стран. На ярмарке цветоводы и флористы со всех регионов Узбекистана, а также предприниматели отрасли на отведенных для них павильонах выставили свою продукцию, демонстрируя все разнообразие выращиваемых растений и цветов. Целью мероприятия является собрать всех любителей цветов и растений на одной площадке. Ярмарка будет длиться 2 дня, то есть это 29 октября и 30 октября включительно. Имеются растения как комнатные, так и кустарники, деревья и также сезонные цветы. Мы производим пластиковые горшки, садовые вазоны и кашпо из пластика. То есть мы являемся первыми производителями в Узбекистане, в Ташкенте. Благодаря ярмарке предпринимателям предоставляется много условий, то есть мы взаимообмениваемся своей информацией, также получаем новые контакты, налаживаем новые связи. То есть наша продукция будет широко распространяться и по республике, и за ее пределами, и рады сюда попасть и присутствовать. Республиканская ярмарка цветоводства проводится каждый год весной и осенью. Посетители смогут не только насладиться видами цветов и растений, но и принять участие в мастер-классах по правильному уходу и выращиванию цветов.